Всем привет, с вами Дамир, и сейчас вы видите вторую часть обновления всего склада. Вот старое описание коннектора от кроны, а вот новое. Теперь, если вот страничка будет слишком маленькая, то есть мало заполнена, то я буду ее делить на две части. И вниз буду добавлять, то есть как бы уже вторую деталь, ну и в два раза место сокращу. Ну вот, я уже некоторое сделал. Вид какой-то коннектор от батарейки, да? Но тут маленькая ошибка есть. Вот это коннектор от батарейки. А тут коннектор от кроны. Ну, как сказать? Потому что батарейка, тут типы есть, да? АА, 3А, да? 18650, литионная. Вот тут я сейчас написал крона, но этого не было. Вот. Тут кроны, ну как-то, тут вообще плохо написано что-то. Но вот тут коннектор от кроны, тут коннектор от батарейки. От батарейки, самое главное. Крона же это батарейка, почему бы их просто взять не скрестить? Потому что чем больше вот видов всяких вот этих, да, то есть вид первый, там вид второй, тем хуже, их должно быть меньше. То есть, чтобы не соединить вот эти два вида. Сейчас я это и сделаю. Вот новое описание коннектора от LP, то есть элемента питания, да? Вот, то есть вот эти два вида этих скрестил и получил один такой. Но тут я еще не только крону добавил, типа, да, на Т4. Я тут некоторые другие добавил. Например, LR44 это таблетка. 23А это тоже батарейка, но которая широкая. И еще картинки нарисовал. Наверное, тут ниже я не буду делать вторую, поскольку это уже много, ну, больше, чем вот это. Так что я не буду линию чертить и еще один вид тут рисовать. Ну, давайте переделаем вот эти описания из старого в новое. Таким же образом я пишу динамики. И напоследок давайте опишем предохранитель.